Ну и какая же я без вязания, поэтому нашла кое-что довольно простое, но, тем не менее, очень необычное. Вязала я по спирали, чтобы не было видно шва, и начала с хвостика, параллельно наполняя игрушку синтепоном. И я, конечно, в комментариях оставила схему, но здесь все так просто, что можно просто вязать на глаз. Потому что для такой собачки нам всего лишь надо, чередуя, связать 4 маленькие колбаски и 6 подлиннее. А главная сложность состоит в том, чтобы найти оптимальную длину тонких участков между нашими сардельками, чтобы все легко скручивалось. А, ну и подобрать интересный фильм на фон, я смотрела «Терминатора». И по итогу у вас получатся вот такие крутые нунчаки, а если тоже тупанете с цветом, то завтрак и обед. А дальше никакой магии, кроме ангельского терпения. Скручиваем все таким образом, по сути, делая самые обычные узлы. Для надежности можно еще все подшить, если где-то не держится, а вы, например, хотите сделать брелок или ребенку игрушку. Реально получилось! Короче, лайфхак годный. И еще 3 прикольных изделия из Пинтереста мы проверяем в моем длинном ролике.